that is great work and so valuable. Мы находимся на железнодорожном вокзале в Претории. Едем на скоростном автобусе. Put together by Leon Rosenberg. Мы находимся на железнодорожном вокзале в Претории. Едем на скоростном поезде 30 минут в центр. Так что, друзья, мы посмотрим, как быстро двигается поезд, который будет со скоростью 160 км/ч лететь. Подъезжает поезд, на который мы сейчас сядем. И мы поедем с Претории в Джоханнесбург. Очень красивом месте. Я так понимаю, что это какой-то парк национальный. Ну да, это вообще-то резорт какой-то. Посмотрели животных. Первый раз в жизни увидела носорога, жираф. Теперь зебру можно здесь увидеть прямо. Потрогаю? Да. Мы друг к другу идем, как будто находимся в джунглях. Paradise, говорят такое. Вот, джунгли, джунгли, африканские джунгли. Это дом Манфреда. Вот так вот. Сад. Так не ботанический сад, ботанический вообще сад. Вообще такая красота. Посмотрите, друзья. Вот это дворик. Какие маленькие тропиночки. Такой оазис приятный. У них сегодня очень тепло, они говорят, хотя зима. Цветочек китайской розы. Так вот она цветет. Вот вам Южная Африка. Маленький оазис с разными растениями. Мы находимся на железнодорожном вокзале в Претории. Едем на скоростном автобусе.